Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать новый отель Jad de Perge Hotels. Абсолютно новый отель. Открыли его, по-моему, вот в этом году. И у него ограничение по возрасту 18+. Итак, давайте я сейчас переключу камеру и покажу вам его. Итак, вот он. Покажу вам его, как он выглядит снаружи. Вот такая вот у него вывеска. Jad de Perge Hotels. Если по-турецки читать, то Jad de Perge Hotels. И заходим внутрь. Здесь охрана. Бананы. Автомобильная парковка. Проходим по автомобильной парковке. Вот так вот она выглядит. Вот такой вот здесь знак. Double desk, coffee shop. Вот так вот тут красиво оформлены посажены пальмы. Красивый забор. Огнетушитель, забота о пожарной безопасности. Фонтан. Здесь деревья. Крытая такая терраса, кофейня. Спускаемся. Вот такой вот тут фонтанчик. Красота. Опять крытая терраса. Удобные кресла. Мягко, удобно сидеть. Там диваны. Стильно все оформлено. Барная стойка за стеклом. Итак, вот он вход. Заходим в помещение. Мераба. Вот так вот все красиво здесь. Оформлено. Картины. Вход. Мераба. Кругом стиль наблюдается. Сюда поход. Здесь туалет. Это... Итак, мы спускаемся вниз. Это такое видео? Это видео, да. Вот здесь такое красивое зеркало. Всем привет. Красиво все оформлено, стильно. Ресторан? Угу. Ресторан проходим. Витрины с вином. О, тут даже выдержанное мясо есть. Ты смотри. То есть здесь можно полакомиться вкусными стейками. Да? Я не знаю, мне не нравится. Вам не нравится? Ну, стейки очень вкусные из такого мяса. Стейки очень вкусные. Стейки. Да, вот такая вот все оформлено красиво. Ресторан. И выходим на террасу с живописным видом. Да, да. Здесь два пляжа. Здесь только за гостям. Сейчас мы снимем. Вот такой живописный вид с террасы. Так я жду. Очень живописный вид. А вот здесь вот виден отель Аромада Плаза Анталия. Пляж отеля Аромада Плаза Анталия. А здесь у нас пляж, наш пляж. Ну, этого отеля Jad de Perge или Jad de Perge. Да. Тоже все стильно. И вот мы видим лифт. Лифт, спуск на пляж. Там тоже есть бар и ресторан. Бар и ресторан. Сейчас мы туда спустимся и посмотрим. Юна начинается работа. Цены на стейки. Итак, мы смотрим. Пеппер стейк 98 лир за 300 грамм. И рибай стейк 400+, 120 лир. Стейки здесь готовят вкусно, потому что мясо выдержанное. Еще раз посмотрите на мясо. Длительная выдержка. Но это для тех, кто в теме.
кто понимает толк в этом выдержанном мясе. Ну а мы идем дальше, посмотрим, какие здесь красивые номера. Так, вот мы спустились, здесь номера идут. С видом на море, да? Ага, здесь все номера с видом на море. Такие вот картины. И выходим. О, как опахнуло морем. И выходим на лифт, который нас спустит прямо к морю. Ох, как тут красиво сделано все. Да, ну вы здорово сделали, красиво сделали. Ну а это пляж Ромады Плазы, платформы Ромады Плаза. Мы идем на платформу Кап де Перге. Вот подъехал лифт. Сейчас. Заходим, спасибо. Ух, красота. Здесь вот такое. Красота. Супер вид. И выходим с этой стороны. Здесь у нас кабинки для переодевания. Угу. И идем вниз. Здесь туалеты. Все сделано красиво, цивилизованно, аккуратно. Там будет ресторан. Там ресторан будет вечером. Терраса. А здесь да. Кухня и бар есть. Бар. Угу. Красиво. А через неделю он. Хорошо. Душевая. А мыться после моря. Здесь только для гостей. Угу. Только для гостей отеля. Ну. Да. И вот мы спускаемся сейчас прямо к морю. Стоят новые шезлонги, зонтики, полотенца уже лежат прямо на шезлонгах, что соответствует высокому уровню отеля. Кап де Перге. И вот мы выходим в спуск в море. Вот такие лестницы. И вот у нас туда выходит это все. Там еще спуск к морю. Все это огорожено скалами. И никого нигде не видно. Очень красиво. Здесь совсем. Второй помост, где отдыхают, загорают люди. Вот такие вот живописные скалы. Сам отель Кап де Перге. И вот мы здесь на помосте. Очень красиво. Да? Вот такой вот подводный грот, куда можно заплыть. Здорово. А еще там есть. И там еще такой бассейн. Же грот есть. Угу. Ну все, идем дальше. Поднимаемся тихонечко. Идем дальше. Да, отель стильный, современный, чувствуется рука дизайнера хорошего и хорошее вложение денег. Каждый вечер здесь будут больше и больше партий, будут называться Sunset Party. Угу. Проплывает кораблик туристический. Ну а мы идем смотреть уже сам отель внутри. Посмотрим, какие номера у него. Лифт. Заходим в лифт.
Заходим в отель. Вот такие здесь санузлы. Раковина красивая, большая, хорошая. Здесь еще унитаз с раковиной, с огромным зеркалом во всю стену. И здесь огромное зеркало. Сделано все по уму. Идем дальше смотреть. Покажу вам, какой здесь выбор алкоголя. И общее оформление барной стойки. Хорошо, хорошо. Вот так вот сильно обставлен. А сейчас мы проходим посмотреть номер в отеле. Убирает? Как он выглядит? Производит уборку. Обратите внимание, что даже уборщица очень, очень стильно одета, мираба. Очень красивая, гюзель, красиво. Красиво. Вот, во, какой большой номер-то, ты смотри. Ничего. А площадь какая у номера? Площадь. Это, джакузи. Это так... Метров сколько? Квадратных метров? 40 максимально. Или 42. Ну, большой номер. Вот я так смотрю, кажется, что тут все 50-60. 70-60? Нет. 50-60? 50? Нет. 45 максимально. Да? Ну, а кажется вообще огромным. Номер кажется огромным. Итак, в номере вот такие зеркала, две раковины. Вот так вот это. Вот так вот все это выглядит. Стоит косметика. Косметика, кондиционер, шампунь, для лосьон для тела, мыло. Все стильно оформлено. Унитаз. Бумага туалетная, душевая кабина. Огромная душевая, потолки высокие, потолки очень высокие. Тут высота потолков 4 метра, наверное, да? 4. Высота 4 метра? Не знаю. Высокие потолки, потолки очень высокие. Я так только 2. Ага, да. Тогда может вот такая вот большая душевая кабина, каскадный душ, обычная лейка. Все очень здорово сделано. Да, отель очень стильный и классный. Здесь у нас фен лежит, полотенце, халаты красивые, зеркало, диван, мягкая мебель большая, хорошая, диваны, подушки. Здесь у нас огромный шкаф-купе, огромнейший шкаф-купе. Не в каждом отеле такой встретишь. Сейф, мини-бар. Мини-бар хорошим наполнением, кстати. Хорошие минеральные воды дорогие стоят. Перье, Сан-Пеллегрино, Аквапанна, Тоскана. Турецкая дорогая вода минеральная. Да, наполнение бара дорогое. Здесь плечики, полки. Здесь у нас... полотенце. Пустой ящик. Да, зеркало. Неспрессо кофемашина. Чаи разные. Капсулы кофейные, чайничек. Вода бутылочная в стекле. Чашечки под чай, под кофе. Телевизор не маленький. Телевизор не маленький. Для уровня отеля даже большой. Даже салфетка для протирки очков. Градусник. Градусник, карандаш, блокнот, телефон. Кровать. Вот такая вот кровать большая, широкая. Подушки. Атласная люстра. Посмотрите, какой торшер. Да. Хорошо все сделано. Стильно.
Стиль наблюдается во всем. Чок Гузель. Стильно очень. Да, очень хорошо. Мы во многих отелях были. Selectum Luxury, Vogue Bodrum, Vogue Avantgard Kimmer. То есть вот какой стильно вообще? У вас отель классно сделан. Спасибо. Здорово, здорово. Джакузи. Прямо в номере своя. Да. Здесь ограждение, стекло. И вот такой шикарный вид. Да, очень здорово. Угу. Пойдемте дальше. А здесь у нас вид на территорию отеля и на садик. Да. Так, ну идем теперь. Еще один номер посмотрим? Сейчас нет. Нет? Сейчас нет номеров? Только здесь свободно. Только здесь свободно? Поэтому. Весь отель занят, и больше посмотреть проблема. Там мы посмотрели номер Infinity, а теперь мы проходим в номер стандарт. Так они убирают? Ага, в нем сейчас происходит уборка. Такая бардак здесь. Ну ничего, мы зрителям нашим сказали, что здесь происходит уборка. Потолки такие же высокие, так же высоко. Вот такие вот очаровательные уборщицы красивые тут, Мераба. Да. Все очень стильно сделано, с видом на море, вид шикарный. Просто шикарнейший вид. Санузел смотрим. Здесь у нас такая вот комнатка гардеробная. Сейф. Мини-бар в стандарте с таким же дорогим наполнением. Такие же дорогие минеральные воды стоят. И напитки. И сам санузел. Вот так вот он выглядит. Вот такая вот еще косметика тут стоит. Или наборы это различные. Наборы, скорее всего. Унитаз. Фен. Халаты. Каскадный душ. Обычная лейка. Тоже все стильно и красиво. Здесь также стоят вода бутылки, что здесь соответствует высокому качеству отеля. Также кофемашина есть. Все свидетельствует о высоком качестве этого отеля. Смотрите. Так вот аккуратно все протирают. И вот такой вид из стандарта у нас. На балконе стандарта стоит свой зонт, что редко где встретишь, в каком отеле. Только в отелях высокого уровня. Диван. Не просто стулья, а именно диван с подушками. Это свидетельство о высоком уровне отеля. Ну все, идем дальше. Мы на стойке рецепции. Здесь лежит журнал с благодарностями. Благодарные клиенты пишут отзывы. Здесь рекламный буклет отельчика. Очень красиво. Здесь у нас просто папочки. Вот так вот. И вот guest relation всех приглашает. А, рада вас видеть, спасибо. Да. Все, бай-бай. Бай-бай.